Всем привет, это программа «Специально». Расскажите, пожалуйста, как устроен Навский маяк? Что значит, как устроен? А вот как устроена сама лампа, которая дает свет? Маяк оборудован светооптической системой «Акватайм 50», которая включается автоматически с наступлением вечерних сумерек, включается с наступлением утренних сумерек. Данное действие оптика создает условия или создает такую силу света до 15 миль. Данное действие в данном случае определяется. Спасибо. А я слышал, что лампа там всего 150 ватт. Да, лампа 150 ватт. Металлогалогенная лампа специально рассчитана на 12 тысяч часов. О, это несколько лет? Ну нет, пожалуй. А как часто вы примерно меняете эту лампу? Ну вот уже она стоит у нас 2 года, мы еще не меняли. О, хорошая попалась. А это наша лампа производства или? Нет, импортная. Это импортная, да. Светит, наверное, лучше. Оптика, да? Наша, а лампа импортная. О. А вы, бывает, когда вам хочется посмотреть вдаль, поднимаетесь? Нет, мне не хочется посмотреть. Да, я не поднимаюсь. Я поднимаюсь, только если необходимо выполнить регламентные работы. Ну, вообще, наверное, очень романтичная работа. Да, романтичная работа. Ну. Ничего романтичного нет. Очень почетная. Ответственная, да, сказал. Да, ответственная. Вот. Чем определяется почетность от ответственности? А? Не знаете? Нет. А чем? Не будем, да, обсуждать. Ну, не, ну можете ну, сказать. Спросите свои. Ага. Давай. Спасибо. Вот. О, смотрите, как Алекс. Летит. При сильных ветрах деформируется. Здесь нормально, потому что стекла. А, ну вот там, если мы стекла в прошлом году меняли, начинает деформировать, стекла начинает лопаться. Когда сильный ветер, да? Да. Ого. Так, что? Может быть на улицу? А? На выйти. Наберем? Иди. Железный посчитал? Железный не посчитал. В самой башне 77. Так, еще железных 12 этих.